Все жители этой планеты юны и прекрасны. Они умеют изящно двигаться и танцевать. Научены прочим хорошим манерам. А все потому, что у них есть опытный и талантливый наставник. О ком речь, узнаем из репортажа Татьяны Кудасовой. Перед началом выступления костюмы, прически и макияж у артистов Татьяна Гутова проверяет лично. И так уже 25 лет. Именно столько руководитель театра движения «Планета детей» занимается творческой деятельностью. Поздравить ее с юбилеем пришел депутат областной думы Андрей Рассашанский. Когда говорят 25 лет, это ваши минуты не про вас. Поэтому я хочу вас поздравить не как руководителя, в первую очередь, а как красивую женщину, которую все любят. И вы еще 25 на 25 лет своей прекрасной творческой деятельности отдали бы этим детям. Я вас поздравляю. Вам благодарность от лица депутата областной думы. Театром движения «Планета детей» Татьяна руководит уже 13 лет. Сейчас в труппе около 50 человек. В основном, конечно, девочки. Их она учит правильно ходить, говорить, танцевать. Но по ее словам, их планета – это не модельное агентство и не театр моды, а именно театр движения. Каждое их выступление – маленький спектакль. Мы стараемся приготовить наши номера таким образом, чтобы получился синтез музыки, костюмы, пластики. Не строгая, добрая, очень добрая. В театр дети приходят уже с 4 лет. Для них Татьяна сразу становится второй мамой и первой учительницей. Маленькие актеры называют ее правитель талантливых детей. Кто нас научит одеваться красиво, ровненько ходить, со всеми сверстниками общаться и так, как надо говорить? Самая главная награда для самой Татьяны – видеть, как на ее глазах дети растут, а потом спустя годы добиваются всего, чего хотели. Смотря на Татьяну Владимировну, я беру с нее пример. И действительно, я бы хотела реализоваться так, как она. Многие постановки театра отмечены на конкурсах и фестивалях. Одна из последних наград коллектива – гран-при за мини-спектакль «Время 19:45». Такие подарки к юбилею творческой деятельности для Татьяны Гутовой – самые дорогие. Татьяна Кудасова, Вадим Лысов, Кирилл Логинов, «Вести», Саратов.